позвонил мне Борис Семенович, наш шановный, и говорит: люди, если можно, не тушить свет, будут спать, чтобы я плачу, чтобы закачивать свечи. Вдруг заснуть. Звонит Борис Семенович и каже это самое. Говорит: значит, хотят люди послушать, как свечи делать. Я говорю: да вроде бы эта история не новая. Я когда-то года 4-5 уже показывал, там и на областном семинаре в Полтаве, и в институте в этом самом, может, не по Петровскому. Да нет, даже надо. Значит, вроде бы надо послушать. Я говорю: ну хорошо, говорю, но дело в том, что свечи электральные, о которых мы говорим, о прополисных, это не новость. Значит, все это уже пройдено, сделано, отработана технология. Больше того, хочу сказать, что 30 лет тому назад, еще будучи человеком помоложе, я был в Прибалтике, был колхоз-миллионер этот Лервата, значит, там со всей Латвии свозили всю продукцию. И, в общем, меня эта глубокая переработка очень, как это ярко кажут на украинском мове, вразила. Я бачив на свій власний погляд свечи ректальні, зроблені з прополісом, значит, з пыльцой, з маточним молочком. Потом это где-то у меня отложилось в памяти, и, в общем-то, как говорится, волей случая, вольно или невольно, 15 лет назад, значит, я занялся этим делом. Ну, занялся не потому, что, значит, там хотел какой-то, понимаю, получить определенный там доход, а, в общем-то, как говорится, жизнь заставляет, и то, оно, как-то кажут, у всяких хвалёб, они по людям ходят. Ну, уявить себе такой эпизод, значит, получает человек, значит, хворобу. Потом идет до медика, а сегодня медицина, к сожалению, у нас, вы знаете, какая она, возглавляет ее медсестра с Америки, поэтому все идет к тому, чтобы, в общем-то, где-то так продавать больше импортного, значит, дальше эффект, чтобы был больше денежный. Ну, а лечиться нам предлагают, если это, говорит, ректальных свечах, то вы найдете любые свечи, и выйдите сегодня в аптеку и спросите, есть ли у вас прополисные свечи. Вам скажут: нет. Там есть свечи разные, с антибиотиками. Значит, всевозможные свечи, значит, и ректальные, и писсуарные, и все прочее, но прополисных не делают. Делает одна, значит, аптека в Днепропетровске, но, к сожалению, качество его там немножко не то. Хотя я буду критиковать, потом расскажу почему. И вот получается, значит, пчеловод, имея в своем, значит, арсенале прополис, значит, понимая, как сделать мягкую вытяжку прополиса, значит, имея, значит, элементарную пресс-форму силиконовую, дальше еще желание, и, в общем-то, он может овладеть этим навыком. Ничего в этом деле не сложного, просто. К сожалению, формат нашей встречи не позволяет показать, как это все натурально делается. Очень вызывает большой интерес у людей, когда это все начинаешь парить, как говорится, все это выпаривать, все показывать. Но это все не сложно, это все каждый делает. Для этого нужно всего-навсего, значит, иметь пресс-форму силиконовую, ее вы найдете, кто заинтересуется, значит, для свечей. Потом что нужно иметь? Нужно иметь прополис. Обязательно в этом плане подчеркиваю, настойка должна быть делаться на прополисе, с прополисом на спирту. Она может быть и 20, и 30, и 40%. Это всем понятно, да? И что? И имея пресс-форму, имея элементарную турку, допустим, с подкоха, или же приспособленную, как говорится, даже консервную, хай меня простят медики, пусть простят эти самые, как говорится. То есть, и имеем выпариваемое это все на водяной бане, всем это понятно, как это делается, и получаем что? Самое главное, вы должны себе понимать, что рецепт такого всего этого изготовления 2 грамма масла какао. Это то масло какао, которое используется сегодня в конфетах нашим президентом вашим. Значит, дальше что? Это все в интернете есть, адреса есть, вы можете 400 гривен килограмм масла какао стоит, где-то в среднем. Оно в основном идет, значит, малазийское, идет оно, значит, польским брендом, там, еще германским. Ну, суть не важна. Масло должно быть рафинированное, значит, оно должно быть высокой очистки. Оно, как правило, все там идет. Вот и все. Имея эти составляющие, прополис, спирт и это самое, и масло какао, вы можете себе сделать свечу. Причем сделать подчеркиваю, свечу вы можете делать не только с вытяжкой прополиса, которая, значит, можно лечить простатит, аденом, геморрой. Это такое, как говорится, все оно можно, как говорится, по людях хода, как-то кажут, поэтому никто от этого не застрахован. Поэтому говорим сразу.
Поэтому кто заинтересуется, может делать. Я знаю, что не все побегут сразу эти свечки делать, потому что это такое дело. Как говорится, у меня, допустим, это занимает в моем, по времени или вообще в объеме всего. Я не могу даже, процента нет, и даже полпроцента, а то еще 26 процента. Но вам это прибавит авторитета. Значит, вы будете продавать при этом кольцу, поскольку нужно, значит, использовать при лечении простатита кольцо обязательно. Вы будете продавать настойку. Настойку пчел вы будете продавать. И будете уважаемым человеком. Значит, ну вот и все. В принципе, если так, как говорится, коротко. Как это все делается, если совсем кого-то заинтересует очень тонко, то тогда, пожалуйста, уже приезжайте или ко мне на пасеку, или туда, когда я могу уделить внимание, берите, значит, настойку прополиса, делайте, созвонитесь, это могу показать. Но сразу говорю, что как опыт показывает, конечно, не все бегут сразу делать. Но я знаю, что у каждого из вас есть друзья, есть кум, сват, значит, мужчины должны быть все крепкие, женщины тоже должны не болеть. Значит, поэтому вы должны этим делом владеть и не рассчитывать на, будем говорить, на нашу доблестную медицину. В этом плане. Вот это я предлагаю такой вариант. И, как говорится, если так образно говорят, что исцелись сам, попробуй сам, значит, я могу гарантировать, что есть потом у меня где-то таких, значит, благодатных, будем говорить, клиентов, человек уже 100-120, а может и больше, я их не считаю. При этом они у меня берут мед, берут продукцию пчеловодства, ну, в общем, я для них, по крайней мере, авторитет. А есть ребята, которые помоложе, а тем более, что это молодеет эта болячка, она молодеет, уже нужно 30-летнего человека молодого встретить, и, значит, и 40 лет, и там 50, а дальше уже возрастные идут изменения, поэтому еще. Поэтому страдают этим делом мужчин, очень много мужчин. Мужчины, как правило, с этим делом не делятся. Ну, пчеловодам можно говорить, и друг другу, как говорится, спрашивать и говорить, что я владею таким делом. То есть эффект получается, да? И все. Если человек помоложе, я имею в виду лет 50, проходит курс лечения, проходит 30, значит, дней, месяц перерыв, при этом принимает там этот самый настойку пчел, значит, подмор пчел принимает это самое кольцо. Через месяц еще можно сделать, но я вам хочу сказать откровенно, как правило, через месяц уже никто ко мне не обращается. То есть все нормально. Не в том плане, что не помогает. Я интересуюсь, как дела? Для страховки люди берут. Кто едет в командировку? Где-то там, допустим, поднял тяжелое, значит, остудил ноги, холодное. Тут такая ситуация. Дело в том, что если говорить о мужских болячках, я имею в виду простатит, значит, его можно получить, как говорится, половым путем. Значит, можно его, значит, облиться холодной водой, просто облиться холодной водой в спальне, как говорится, получить. Можно поднять тяжело, могут быть возрастные изменения. Так что никто от этого не застрахован. Но пчеловоды должны быть здоровые. Что касается женских дел, значит, практикуйте, начинайте со свечей вот этих, а дальше переходите постепенно к свечам с маточным молочком. Отдельная технология, к сожалению, она не отработана до конца. Почему? Потому что у нас нет лиофилизированного маточного молочка. У нас на сегодняшний день есть лиофилизированное маточное молочко, только китайского производства. Я принципиально не занимаюсь, не покупаю, не буду делать. Вот, когда если я, допустим, смогу или кто-то помоложе освоить эту технологию лиофилизации, в Харькове что-то там делали, пытались. Но я когда подошел и спросил, что вы с маточным молочком лиофилизируете, значит, мне говорят, да, мы лиофилизируем. Я говорю, возьмите у меня маточное молочко и дайте мне сухой, ну, будем говорить, сухое обычно лиофилизированное. Нет, мы не берем. Значит, выход понятен. Делают с лактозой, берут китайское маточное молочко, пакуют в эти, будем говорить, капсулы. Это я так думаю. Пусть это, не знаю, может быть, я не прав, но не беру. А если брали, то я видел лично сам, как брали. Брали в Прибалтике в свое время, значит, брал 100 грамм человек вес, 150, давали ему термосумку, оплачивали билет на самолет, и он просто, да, я лично видел вот такие 20-литровые, эти самые, вот, бутыля с маточным молочком, которые лиофилизируются, этот порошок, но для того, чтобы ввести в свечи, нужно, желательно, нужно, чтобы он был в таком порошкообразном виде. Все, братцы мои, вам здоровья, всего хорошего, всем успехов. Если кого заинтересует, визитки, пожалуйста, даю. Это, короче, так. И вопрос, если что. Да, к сожалению,
я, значит, к сожалению, я не показывал вам, как это все происходит, потому что формат нас встречи не позволяет, мне нужно было тут, как говорится, парить, выпаривать, все это делать. Ну, свечи, вот они такие. Следующий момент еще, кто хочет быстро сделать, может быть, не обязательно даже пресс-корп, он просто может иметь самый простой шприц, ну, вот такой пятикубовый носик, отрезается, туда заливается в холодильник. В общем, ребята, все, дорогие мои, это я вас чтобы заинтересовать. Кто заинтересуется, то уже, пожалуйста, поподробнее тогда, потому что это длинная история. Так, Кожа, я вас на запитание. Так. Температура хранения. Температура хранения. Смоточком, минусовым. Сейчас по свечам. Значит, что получается? При температуре тела, значит, масло какао растворяется. Значит, все хранится в холодильнике. 5 минут перед тем, как человек его применяет, он положит вот так вот на стол, значит, комнатная температура и на вечер. Технология как? Хранение, при высокой температуре. Я помню. Более длительном хранении. А. При минусовой температуре. Я помню. Что там есть маточное молочко. Значит, когда все касаемо маточного молочка, я рассказываю, значит, его нужно делать, значит, туда можно вводить в эти свечи. Но я говорю, что у меня технология не отработана. Я говорю о том, что я знаю. Я знаю, как это делать. Но, к сожалению, мы бедные, как церковные мыши. У меня нет этого вакуумного лиофилизатора, нет низкой температуры. Если бы я был, допустим, магнатом каким-то, я бы уже давно все это сделал и знаю, как это делать. Понимаете? Нет, у нас и вы бы сдавали бы мне маточное молочко, и вы получали бы доход, и мы бы получали это делали свечи. Но, к сожалению, этим никто не заинтересован. У нас же вопрос не в том, что стоит человека вылечить за 200 гривен. Правильно? За 200 гривен не вылечить его, а надо с ним 1000 содрать, да потом, чтобы он еще не пришел. Как говорится, а ты потом, когда ты заболеешь еще раз, ты еще раз к ним придешь. И ведут же завтра, у тебя ведут в квартиру, не в эту авто, куда надо ведут. Ну, вы знаете эту схему. Все. Поэтому, если там поподробнее что-то по маточному, я могу поделиться. Но опять, лиофилизация не занимается. В направлении Харьков есть там в свое время занимался этот самый Руденко. Я с ним общался, вот наш знаменитый человек, связанный с пчеловодством. Он говорит, что где-то что-то когда-то это где-то было, все это поломали, растащили, ничего нет этого. Понимаете? Нет на сегодняшний день. Есть китайцы. Вот, пожалуйста, хотите делать это с китайцами. Я делаю это, потому что я принципиально не хочу это делать, потому что я знаю, если я сделал своими руками, человеку помогает. А я знаю, что китайское маточное молочко, оно в 10 раз его эффективность ниже, чем наше. Потому что кормят соей, кормят сахаром, ГФСом, глюкозой, чем угодно, но только они не едят ни мед, ни пыльцо они там не едят. А поэтому результат. Так, еще раз. Ну, нет вопросов. Есть еще запытание просто. Так, раз. Кому, если еще заинтересует, возьмете визирщик. Еще запытание у меня. Да. Я прошу прощения, вопрос предыдущему лектору, точнее пожелание. Чтобы не задавали вопрос о недостоверности опыта, их надо повторить через месяц, два, три, и тогда общая тенденция будет понятна. Я вам гарантирую за достоверность опыта. У кого есть, значит, тут уже гарантия проверена 15-летней сегодня. Так, еще. Вкратце, продолжение пустого. Кого-то, если будет время, поэтому завтра я буду презентовать пулей Паламарчука Снисаря, подчеркиваю, Паламарчука Снисаря. С этим пулем я уже работаю вот уже с 12-13 года вот это. Ну, в общем-то, вот это мне интереснее, я вам даже, чем даже свечи, честно хочу. Я с этим хочу вам поделиться, поэтому я вот говорил Борису Семеновичу, что говорю, ребята, если меня только по свечкам будут вызывать, то я не приеду. А если я хочу как Гамлет, еще и Гамлета сыграть, то я завтра расскажу вам, пожалуйста. Так что, если дождетесь, пожалуйста.